Всем привет, с вами Музарубка. Ни для кого не секрет, что Анна Нетребко послала Россию и сейчас живет и кайфует в Европе. И вот на днях она снова послала всю Россию и оскорбила всех русских прилюдно. И сделала это в настолько жесткой форме, что я просто обязана вам об этом рассказать. Анна Нетребко продолжает делиться своей шикарной жизнью в соцсетях. Она публикует снимки и видео в шикарных нарядах на различных мероприятиях. Также она нередко общается с поклонниками, отвечая им на комментарии. На днях Нетребко отметилась на балу в Вене в роскошном и довольно смелом образе. На публике она появилась в роковом наряде с небольшим шлейфом и меховой накидкой. И, конечно, образ дополняли безупречный макияж и укладка. Ну, естественно, когда есть деньги, ты можешь нанять парикмахера и визажиста, у тебя все будет просто супер-пупер. Так вот, певицу стали забрасывать комплиментами поклонники. Они восхищались тем, как выглядит оперная дива. Но есть и те, кто решили задать Анне откровенный вопрос. «Аня, ты же наша кубанская казачка! Нас же русских теперь там не любят! Каково оно? Стремно как-то за тебя!» Пройти мимо такого комментария Нетребко со своим таким диким характером не смогла. И в своем стиле едко ответила «Вас ненавидят! Да!» А меня нет, как на духу заявила певица. Не все, конечно, но очень многие любят, и большую, лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани, так что ваш стрём пусть с вами и остается. Я была просто в шоке, как она ответила. Стоит сказать, что в Краснодаре певица родилась, и именно там начинала свой творческий путь. С тех пор она регулярно бывала на родине, часто приезжала в гости к родным. И в 2006 году за выдающиеся успехи в оперном пении ей вручили орден Герой труда Кубани. И как заметил тогда еще глава региона, у нее ведь даже фамилия казачья. Выходит, наша Аня там, за границей, представляет не только Россию, но и Кубань. Какая Кубань? Да она давным-давно наплевала на Россию, послала уже не один раз русских. А еще многие российские люди до сих пор ей нализывают одно место и восхищаются ее талантом. Как вы относитесь к такой выходке? Мне кажется, это было супер жестко и как-то уже, знаете, немножко даже унизительно. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, ваши мысли, ваши доводы. Я все буду обязательно читать, так что обязательно пишите, делитесь. Также обязательно ставьте лайк под этим видео. И чтобы не пропускать новые интересные видеоролики, обязательно подписывайтесь на этот канал. И до скорой встречи!